Это плащ Джованна. Это отличное вложение ваших денег. Вы сейчас поймете, почему. 7990 рублей. 2100 рублей вы экономите прямо сейчас. Надя, давай сразу раскроем секрет. Сколько градусов выдерживает данная позиция? Ты знаешь, визуально, конечно, наши телезрители могут подумать, что это облегченное пальто, облегченная куртка, облегченный плащ. Вот сколько эпитетов можно применить к нашей, к нашему плащу Джованна. Но я хочу показать вам, что наш плащ Джованна выдерживает температуру до минус 10 градусов. Посмотрите. Давайте внимательно посмотрим. Смотрим на специальную этикетку. Мы видим, да, что наш плащ задерживает тепло, не выпускает его, а вот влага испаряется с его поверхности. В то время, когда снег и дождь не намокают, не делают мокрым наш плащ и не проникают внутрь. Это специальная технология, которая используется сейчас в современных моделях. Наполнение холофайбер, это современный наполнитель. И, в общем, вы понимаете, что вы сейчас покупаете плащ Джованна и до минус 10 его носите, это практически вот у кого зимы теплые в Калининградской области, можно всю зиму проходить в этом плаще. Итак, дорогие мои, как вы видите, это отличное практичное вложение ваших денег. Казалось бы, тонкий плащик, который вы вот-вот уже скоро накинете на свои плечи, мне уже не терпится ощутить это блаженство. Ну, вы накинете, да? А потом в декабре месяце вы все равно будете продолжать носить этот плащ, потому что он выдерживает даже морозы до минус 10 градусов. 7990 рублей и бесплатная доставка вам гарантирована, потому что сумма превышает 3900 рублей. Доставка за наш счет. Кстати, визуально издалека этот воротник смотрится так, как будто бы это меховой. Девочки, невозможно отличить. Настолько изысканно, искусно сделан воротник. Вот я сейчас попрошу Юлечку убрать волосы с воротника. Посмотрите, милые женщины, это ведь каракуль. Вот такое ощущение, что это настоящий мех. Но на самом деле это супер элитное предложение. Это плащ, который в магазинах, в известных сетевых магазинах кожи и меха будет, может стоить до 20 тысяч рублей. Почему, Оля? Почему? Потому что он облегченный, потому что он тоненький, но при этом он теплый. Вот, еще, Наденька, конечно же, элегантный. Давай сразу цвета заявим. У нас два цвета на выбор. Один более марки, а второй классический черный. Нет, я бы не назвала его марки. Можно стирать в стиральной машине. Да, вот в чем плюс. А мне вообще нравится вот этот вот жемчужный цвет. Очень освежает лицо. Но у нас есть и классический черный. Итак, дорогие мои, ну, я была бы не я, если бы я вышла просто в плаще. Я, естественно, хочу выйти с доказательствами, потому что я ваш адвокат. Я должна все лично проверить. Это плащ, да, мы его позиционируем как плащ. Он выдерживает морозы до минус 10 градусов. А как он справится с водой? Ведь сейчас это самый актуальный вопрос. Дождь, дорогие мои, частенько бывает. Проверим прямо сейчас. Кого будем рыскать, девочки? Скрываемся или нет? Я без плаща, поэтому я, пожалуй, ухожу. А вы, пожалуйста, проводите эксперимент. Итак, дорогие мои, вот, предположим, пошел дождик. Посмотрите, пожалуйста, вот он такой интенсивный дождь. Надя, рассказывай, что сейчас происходит. Сейчас происходит отталкивающий эффект. Все дело в том, что сверху у нас качественно баллонь, который не пропускает влагу, но в то же время держит все тепло внутри. То есть ни снег, да, как с гусева, ни мокрый, да, дождь, ни даже град не страшен. Оля, ни тебе, ни нашим моделям. Но я все-таки в восторге от красоты этой модели, я в восторге от воротника, который напоминает, который напоминает великолепный воротник из каракуля. Посмотрите, какая дорогая модель, как выглядит дорого, изысканно. При этом практичный, легкий плащ, который вы будете носить ползимы, а если вы живете в теплом регионе, то и всю зиму, потому что он выдерживает морозы до минус 10. И самый красивый цвет, на мой взгляд, это жемчужный. Оля выбирает черный цвет. Давайте посмотрим. Давайте отправимся сейчас туда, где Оля снимает свой репортаж по поводу того, как наш плащ выдерживает уличные условия. И да, Оленька, у нас только что прошел дождь, а нам все нипочем, как с гуси вода, как говорится. Мы вышли сухими из воды, но я хочу заметить следующее. Посмотрите, пожалуйста, вы платите один раз 7990 рублей. Да, это цена премьеры. Да, это отличная экономия, ведь совсем скоро этот плащ будет стоить больше 10 тысяч рублей. Но вы только подумайте, сколько всего вам уже не нужно приобретать. Вам не
нужен просто плащ. Вот он. Вам не нужен демисезонный вариант. Вот он перед вами. Вам не нужен нам не нужно синтепоновое пальто покупать. Вот оно перед вами. Это плащ мечты, который вас защитит и от воды, и от морозов. Вы представляете? Звоните прямо сейчас. Заказывайте. Главное выбрать цвет и размер.